Одна из основных социальных проблем Березовского района – разбитые дороги. Экономическое положение страны и, как следствие, недостаток бюджетных средств долгое время не позволяли всерьез рассчитывать на ремонт автотрасс. Но сегодня активная позиция народного депутата от Одесской области Ивана Фурсина позволила сдвинуть проблему с мертвой точки. В ответ на его официальное депутатское обращение Госагентство автомобильных дорог «Укравтодор» сообщило о намерении начать ремонт автотрассы Одесса-Вознесенск-Новый Буг, которая проходит через Березовский и Коминтерновские районы Одесской области. Я оцениваю это как большой шаг вперед. Наконец-то мы получили четкий ответ, что в планах «Автодора» есть это направление, эта дорога. Они собираются ремонтировать ее. И даже указали, какие участки дороги будут отремонтированы. Дорожные работы уже начались. В них заняты две бригады. Одна начала ремонт на территории Виноградинского сельсовета Березовского района и движется от границы с Николаевской областью. Вторая – в районе села Петровка Коминтерновского района. Строители убирают растительность с обочин, снимают грунт, укладывают жерству и щебень. Далее планируется стелить асфальт. Пресс-центр службы автодорог в Одесской области сообщил, что на данном этапе будут отремонтированы 57 километров автотрассы. Ремонт пройдет в течение нескольких месяцев и в зависимости от погоды будет завершен в 2014 году. Иван Фурсин намерен держать ситуацию под своим контролем. Я знаю, что это очень болезненный вопрос для Березовского района, поэтому я и дальше буду контролировать этот процесс и добиваться того, чтобы это продвигалось. Всего же, по данным Укравтодора, на капитальный ремонт трассы Одесса-Вознесенск-Новый Буг необходимы 160 миллионов гривен. Остается надеяться, что экономическая ситуация в ближайшие годы позволит их изыскать.